Доброго апреля всем! Каждый из нас хочет воплотить свою детскую мечту. И сегодня я решила это сделать. И я возьму интервью у человека, на песнях которого и на праздниках которого я выросла. Это супер-мега-звезда всея Челябинской области и окрестных деревень. Бессменный руководитель легендарной шоу-группы «От заката до рассвета». Ольги Задраковой, Ольги Зардаковой, конечно же, мои дорогие, у Ольги Зардаковой, у самой этой мега-звезды. Добрый день, уважаемые поклонники и фанаты. Несмотря на всю свою популярность и популярность моей шоу-группы «От заката до рассвета», я тоже всегда мечтала дать интервью. И вот сегодня я решила осуществить свою мечту. Я согласна дать интервью самому знаменитому и загадочному фотографу, а также журналистке Елене Марочкиной. А мне нравятся ее губы. Добрый день! Шоу-группа «От заката до рассвета». О, великая Ольга, вы уже стали легендой. Спасибо. Скажите, как же вам удается сохранять вечную молодость, красоту, великолепие? Просто в народе поговаривают, что вы пьете кровь младенцев. Отнюдь нет, я пью кровь мужа исключительно. Ой, гениально. Тоже хорошо. О, я сейчас подойду и узнаю мнение источника ее питания, вдохновения и молодости. Игорь, здравствуйте. Я много наслышана о вас. Говорят, вы поете, пьете, играете на гитаре. И самое невероятное, вы барабаните на барабанах. Зеркалом блестит река. Вечер опускается над лесом. Ты близка и очень далека. Словно утопающее эхо. Ну, не только это. Да, я такой. Александр, добрый день. Мне кажется, мы знакомы. А какие у вас таланты? Расскажите. Я грубиян, сексист и хам. Пока ты злилась, в меня влюбилась. Отель Корона, все очень ровно. Ты мой груз. Браво, браво, брависсимо, Александр, боже мой. Александр, говорят, у вас есть настоящий дружок. Я один из них. Вы ознакомите меня с ним? Это мой зайчик. О, как мило, ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Брутал, шоу-группа «От заката до рассвета». О, прекрасная Ольга! Я, к счастью своему, узнала, что к вашему основному коллективу присоединились Шуга Бабес. Позвольте вас поправить, Елена Марочкина, не Шуга Бабес, а Шуга Бэбис, что означает «сладкие малышки». Вы же знаете английский язык, Елена? О, oh, yes! И какими же талантами славятся ваши малышки? Я смотрю, как все чувствительные девушки. Ну, мало того, что они чувствительные, кроме этого, у них есть еще куча достоинств. О них наши зрители узнают через некоторое время. О, великая Ольга! Ну и теперь о самом главном. Какой перечень услуг на сегодняшний день предоставляет легендарная группа «От заката до рассвета»? Говорят, вы супер-мега популярны среди молодоженов, юбиляров. Ну, вообще-то мы популярны у всех.
везде и всегда. Мы предоставляем обширный спектр услуг. Это проведение свадеб, юбилеев, различных мероприятий. Это устроительство романтических свиданий под открытым небом, в палатке, на озере, в сене, в поле. Молодожены, вы будете довольны, довольны. Это сказочное оформление свадебных залов и автомобилей. Мальчишники, девичники. Огненное шоу-программа. Корпоративы, выпускные и пирамиды из шампанского. И многое, многое другое. Дально! Гениально! О, великолепная Ольга! Мне сейчас я хотела бы затронуть такую немного щекотящую, щекотливую тему. Но это, конечно, к сожалению, о ценах. Говорят, вы мегаменно дорогие. Уважаемая Елена, дело в том, что драгоценные камни не могут стоить дешево. Но, как вы, наверное, уже знаете, что даже на них бывают акции, скидки. Поэтому советую нашим поклонникам, нашим потенциальным клиентам следить за нашими новостями в шоу-группе «От заката до рассвета». О, великолепная Ольга! Да. Я знаю, что вы 2-3 раза в год запускаете новую программу. И чем же ваша новая программа будет отличаться от прежней? Вы знаете, Елена, абсолютно всем. Самое главное, что в нашей программе будет очень много юмора и шуток. Ой, Олечка, это было замечательно. У меня такой еще любопытный, щекотливый вопросик к вам будет. Можно спросить? Да, говорят, все артисты бухают. Как у вас с этим? Дорогая Леночка, на самом деле у настоящего тамады должно быть две печени. О, ну и последняя, дорогая наша. Я бы сказала, о, богиня наша Афродита, да. Богиня любви. Да. Я считаю, что она именно такая. Что бы вы, в конце концов, могли пожелать своим потенциальным клиентам? Дорогие наши клиенты, потенциальные клиенты, женихи и невесты, юбиляры, жизнь коротка. Самое главное, не отказывайте себе в хорошем вине, в любви и в настоящих праздниках. И помните, дорогие мои, мы вас ждем, любим и готовы облизать с вас с головы до ног. Сними, уже корону. И что это такое-то, а? Ты материлась, твоя роза завяла. Там пипи пускай сделают, и не будет слышно мата. А, ну ладно. Чё там, нормально или еще раз с ними?